Ребят, сегодня со мной какая-то сила, я не знаю, может быть ваши лайки, а может быть то, что произошло в самом начале этой серии. Я думаю, что и то, и другое. Спасибо вам огромное за вашу поддержку в виде лайков. Друзья, буквально пару мгновений назад произошло одно очень важное событие, которое я прям уверен, что повлияет на мое везение в режиме вышибалы Forza Horizon 5. И я, друзья, очень сильно рассчитываю, что вы уже поставили свой царский лайк, потому что теперь в моем гараже есть... Фунтик Моторспорт! Здорово-здорово, дорогие друзья, с вами, как обычно, Вышибулкин на календаре воскресенья. Это значит то, что надо вышибать. Просто вышибать. И мы давайте не будем сейчас вспоминать предыдущую серию, которая вышла в середине недели. Это было маленькое недоразумение, я сам не понимаю, почему так произошло. Главное, что теперь у меня есть... Фунтик. Самое главное, что я удивился, что он не такой уж и дорогой. То есть его нельзя купить в автосалоне. Я его нашел на аукционе. И Тихо. Фунтик, тихо, не ушибся, маленький. Не ушибся. Все хорошо. Бля, как же он ебашит. А? Так, я пока начну поиск катки, потому что время не резиновое все-таки. Вот. Стоит он 370 тысяч на аукционе. Я думал, что там цена побольше. И я так и не понял, зачем они сделали вообще. Где он вообще выпадает, как его получить, но в любом случае его. Просто так не купить в автосалоне. В общем, да. Как только я с ним познакомился, я понял, что это любовь, друзья. Это любовь. Фунтик, он такой один. Вот, блядь, ну, создали же машину. Я, конечно, вряд ли когда-то дорвусь до этого багги, я не знаю, автомобиля, до этого чудовища в реальной жизни, потому что в России, мне кажется, их просто-напросто нет, хотя я могу ошибаться, а где-то там ехать в Дубае и по пескам кататься, ну, как бы это немножко не моя история. Но, быть может, если вдруг, то я, конечно, бы охренел, потому что все эти видосы, которые мне стали совершенно случайно попадаться, как и только я заинтересовался этим транспортным средством, они меня, конечно, немножко скружили голову, потому что я понимаю, что эта херня, блядь, просто безумная. Я никогда не фанател от багги, никогда не хотел себе багги, но, блядь, Фунтик Моторспорт просто one love, пацаны. Вот реально, давайте, кто считает так же, хэштег Фунтик навсегда. Вот просто вот, ну, в комментариях, черканите просто, может, я один такой, кто полюбил эту махину, потому что это просто лучшее, что создавало человечество, я считаю. Вот, ладно, все, реально, не будем вспоминать катку, которая была, ну, точнее, даже как сказать, катка. Там целая серия была из каток, вот, которая была в середине недели. Я надеюсь, что сейчас я зарядился энергией, мы будем верить в то, что сейчас начнется катка, все будет складываться успешно, я буду побеждать, находить хорошие машины, и в конце, друзья, концов я найду и получу своего фунтика, на котором, собственно говоря, и выиграю. Хоть эта и машина не считается лучшей среди десятых уровней, ну, среди машин десятого уровня, но я все-таки... Мы находим общий язык, да, у нас есть некая связь, я не знаю, как ее назвать, но вот как-то мы друг для друга созданы. Меня еще пугает, что очень долго ищется катка, это может означать только лишь одно, что, возможно, какие-то опять проблемы с серваком, но я все-таки верю в лучшее. Значит, и однозначно я отказываюсь от тактики появления в той местности на той развязке. Наконец-то, я не знаю, не прошло и года, катка искалась просто какое-то огромное количество времени, я не знаю, друзья, мне кажется, что... Так, подожди, ну-ка, смотри, чувствую, что... Вот тут дроп. Вот тут чувствую, вот, бля, прям ВХ сработало. Сейчас катка искал, чтобы вы понимали, наверное, минут, блядь, 7. Ну, не 7, но очень долго, типа. У меня такое ощущение, что, может быть, что-то с серваками. Я очень не хочу в это верить, потому что если сейчас, блядь, какое-то говно будет, то это уже слишком, блядь. Я сегодня хочу побеждать. Ну-ка. Понял. Ага. Но, друзья, не расстраиваемся, правильно? Не расстраиваемся, потому что всякое бывало. Ну, и не через это проходили. Уже сколько каток сыграно в Horizon 4, в Horizon 5. О, подожди-ка. Блядь, прикинь, сейчас тут просто... Что, блядь, с двух сторон, блядь? Подожди, давай сначала тут еще раз. Чего, блядь? Я себе, блядь, появил... Подожди. Так, мы сначала чекнем, давай... Блядь, если там лучше было, тут не угадаешь. 45 игроков. Шестой, сразу, блядь! Ебать, Фунтик тащит, пацаны. Так, подожди, а соперники хоть есть? Потому что, я говорю, очень долго грузилось, я очень переживаю, что... Подожди, давай чекнем все. Блядь, если... Прикиньте, Фунтик я бы наш... Я бы охуел. Я бы считал, что это подкрут какой-то, блядь. Четвертый, блядь, нормально так-то для начала. Нихуя себе! Фига у меня ВХ работает! Нахуй эти спауны, я говорю, я там больше все, я принципиально не буду спауниться, как бы. Я обещал, как в предыдущей серии еще. Я проверил, мне достаточно, хватило. И как бы разработчики, если как бы там что-то смотрят, я говорю, позвоните, обсудим, как бы. Так, ну тут херня. Ну, как-то я с первого раза прям почувствую. Слушай. Так, я в зоне же? В зоне, да? Угу. Так.
Бля, фунтик реально приносит удачу. Я вот уверен, что из-за того, что я его купил... Бля, кстати, интересно, я вот сейчас как раз проговорил, что, типа, сколько мы уже каток сыграли в Horizon 4, в Horizon 5. Было бы прикольно, если была бы статистика, да, типа, сколько выиграно, сколько проигрыш, может, какие-то звания, блядь, я не знаю. Не, на самом деле, можно... Красиво прилетел. Можно добавлять многое, но разработчики ничего не делают. Как бы, я уже молчу, опять же, про ту же таблицу в конце гонки. Ну, типа, много чего не хватает, блядь. Ну, можно же что-то хотя бы делать. Ладно, там машины, они не хотят новые добавлять, сортировать опять по классам, как бы, окей, но... Блядь, улучшить можно режим. Реально можно. Так, о, кто это такой? Кто это такой? Я чувствую... Отчувствую Volkswagen Жук. Да-да-да-да-да. Вот он ищет дропец. Подожди, подожди. Я немножечко... Готовлю подляночку, подожди, ну подожди, тут что ты, ну... Ну стой. Блядь, не успел, что ли? Не успел? Так неловко в такие моменты, пиздец. Он, наверное, ливнет. Он, наверное, ливнет, блядь, чувак, прости, но это вышибало. Это выш... Я тоже, ч... Меня тоже, меня тоже, меня тоже. Он вышел, да? Он вышел, да, он... Блядь. Так, подожди, ну мне-то на руку, я понимаю, ну, это режим такой, как бы, чё, мы делаем, каждый как может, как говорится, так и это самое, ну, блядь, я же не знал, что там именно жук, ну, в Beetle, Volkswagen, я как бы готов был гоняться, так, ладно, хорошо, Cayenne, даже на RS7 толком и не покатались, я и через такое проходил, бывало всякое со мной, но, как говорится, судьба злодейка не выбирает, она тыкает пальцем, блядь, и куда, вот, ебанет, туда ебанет, так, ладно, все. Значит, хватит пиздеть, реально, надо уже это самое, после того, что было, особенно вот на этой неделе, надо просто как-то реабилитироваться, вот реально, по-другому это не назвать, потому что позор просто позор, блядь, просто позор. Я не знаю, такого не бывает, реально, то, что происходило, это совсем пиздец, как будто я впервые зашел в этот режим, вообще не понимал, что мне надо делать, блядь, просто все складывалось против меня. Так, здесь никого нет, блядь, что-то не пойму, я вроде, о, здрасте. Здравствуйте. Так, подожди, зона. Ага, гонка будет в другую сторону. Он, смотри, хитро продумал, а ты смотри-ка. Блять, надеюсь, не повезет. Блять, блять, это плохо. Блять, хуево очень. Очень хуево, блять. Очень хуево. У него Ариэль, по-моему, 6-го уровня. Я, во-первых, наткнулся еще на такого соперника. Но он хитро стоял. Он стоял правильно. Он типа стоял от зоны специально. Блять, неужели я сейчас проиграю? Ебать, так все склад... Ебать, вот это я лох. Посмотрит карту, что? Он в карту зашел. Я никогда, я, кстати, никогда в гонках... Смотри, он в карту заходит, смотрит... Что? Зачем? А, типа, сворачивать или... У него на это есть время еще, типа, смотреть карту? Ну, бля, везучий человек, я могу сказать. Я ни разу никогда, блядь, не смотрел карту. Во время заездов обычных. Бля, ну если он не врежется, то это пиздец. О, нифига себе, спаун дропа прямо передо мной. Блять, он реально сейчас, если не врежется, то пиздец. Пожалуйста, блять, ну пусть он там перевернется. Я еду, блять, 240, я взял разгон. Не, он не перевернется, походу. Блять, да ну нахуй, серьезно? Бля, пожалуйста. Пожалуйста. Ебать! Просто это фунтик, я... Он со мной, он... Фунтик, ты где-то рядом, я знаю, ты где-то... Такого не бывало... Вы понимаете, насколько мне должно было повезти, что я прохуячил через леса? Просто там были заросли, как у... Блять, ладно, не буду говорить. Ребят, это какая-то магия. Ну это какая-то... Какая-то сила помогает мне. Это какая-то сила помогает... Я отвечаю, какая-то сила. Так... Вот такого вот не надо, пожалуйста. Вот этих вот кувырков, да, не надо, пожалуйста, во время гонок только. Ладно, окей, договорились, все. Вот это сейчас кувыркнулись, все, поприкалывались и хватит. Бля, что за дичь сейчас была, вообще нереальная. Просто нереальная. Пролететь так на рандом. У меня просто не было других вариантов. Я как бы выбрал уже как бы... Так, о, Макан, блядь, который не едет нихуя. Хорошо, хоть не мини этот самый. Который рейд, блядь, или как он там называется. Куда едем? Понял. Так, подожди, там озеро это ебливое, надо его как-то сейчас это сам... А, нет, подожди, в другой стороне, да? Озеро слева остается. Все, понял, значит, можем ехать. Вроде. Так, подожди, вот эти холмы надо объехать, опять же, через все же леса. Вряд ли я проеду точно так же аккуратненько, поэтому проеду справа. Мурсилага, терпи! Я понимаю, тебя создавали не для этого, но терпи! Бля, все, вот такая хуйня должна была случиться, но она не случилась, блядь. Она почему-то не случилась, когда я ехал сейчас на Каене. Так, чувак на Макане врезался. Так, подожди, это озеро, подожди, как его объехать-то? Или подожди, здесь... А, вот это и есть озеро. Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Тут надо... Тут нельзя срезать. Не, ну так-то довольно-таки близко, знаете ли, я приблизился к машине 8-го уровня, я могу сказать. Довольно-таки быстро это произошло. И сейчас у меня почти уже 9-й.
И в принципе, я могу реально сделать выводы, что фунтик, сука, какой-то магический, блядь. Я его купил и реально что, фартить будет теперь или что? Я не против, блядь. Я просто, ну, после прошлой серии реально в ахуе, и как бы, ну, я бы хотел реабилитироваться в натуре. Не смешно даже. Так, все через джунгли. Ну-ка, смотри, повезет. Так, ну нормально, конечно, не прямое попадание в дерево, такое, как бы, так сказать, проскользнул. Проскользнул, без смазки, да? Но нормально, нормально. Так, аккуратно. А что там, что-то, блин, 300 метров быстро, ой, очень долго, наоборот, это самое. Так, все. Ну, вполне, вполне, вполне. Ну, как бы, блин, извините меня, там третий уровень, конечно, ну, опять же, я не выбирал. Я не выбирал, поэтому... Бля, как я откомбычил ту катку, пиздец. Я настолько был сзади, и мне просто форта... Так, Джимхана Форт Эскорт. Нихуя себе. Нихуя себе, блядь. Нихуя себе, сказал я себе. Подожди, там кто-то катает. Подожди, давай поедем в ту сторону. Ладно, ладно. Джунгли, конечно, опасная херня. Но я не из тех, кто будет сейчас это самое ждать, выжидать вот до последнего. Я буду кататься. Я, блядь, играю, чтобы играть. Фух, хорошо сказал. Так, ну подожди, карту глянем. Ага, тут, скорее всего, бля, его противоположном. Тихо, куда поехал? Куда поехал? Подожди, куда-то поехал, блядь. Куда-то поехал, стопэ! Ну-ка, стопэ, говорю тебе. Едет, 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 блядь, не могу догнать. Блядь, нихуя, он на чем там едет-то, подожди, на фунтике ли? Так, еще там слева соперничает, ну-ка. Че, едем, нет, пацаны? Что? Понял, спасибо, пацаны, спасибо. Спасибо большое, спасибо, что подождали. Вы лучшие. Ага. Бля. Вот тихо, бля. Ну, чё, я так понимаю, что я за чуваком 6 уровня гонялся, а в итоге нашел другого 9, как бы. Ну, плюс на плюс дает плюс, блин. Поэтому, как бы, похуй, чё. Так, ладно. Угу. Значит, там вижу соперников, вижу впереди соперников, в джунгли покоряю. Нормально, как везет-то, бля, в гонке бы так. Не сплюнуть бы сейчас. Фу, блядь, не накаркать. В пизду, короче. Так, подожди. О, кто-то выиграл гонку. Сейчас тут чувак будет. То есть это край зоны? Да. Ща-ща-ща, вот он, где-то здесь выиграл, где-то сейчас он здесь появится, где-то здесь финиш был у чувака. Че это тут такое? Второй уровень? Нет, такое. Во-во-во, ой, ебать. Ой, ебать. Ой, а с кем мне гоняться-то? Ой, мальчики, я боюсь! Мальчики! Блять, это самая херня-то, блять, опасная, быстрая, блять. Это самый, как он называется-то, блять? Бронко, блять, заряженный. Поеду по дороге пока. Так, вот здесь можно проскочить, я так понимаю. Бля, пожалуйста, пусть повезет. Пусть, блядь, дерево. Ой, стоп! А! Ты видишь, что происходит? Ты посмотри, что происходит, блядь! Как я проезжаю, нахуй! Газуй! Газуй, блядь, гитани! Я не вижу соперника, где он. Нет! Да пиздел! Блядь, ебать, это был... Ребят, сегодня со мной какая-то сила, я не знаю, может быть ваши лайки, а может быть то, что произошло в самом начале этой серии. Я думаю, что и то, и другое. Спасибо вам огромное за вашу поддержку в виде лайков. Бронко забираю, без вопросов, Бронко забрал. Все, меня вполне он устраивает, он меня устраивал и устраивает, блядь. Меня все устраивает. Подожди, о, пацанчики несутся. О, здрасте. Ой, молодые какие, смотри, молодые, озорные, а? А что, а, у вас не финиш? Я думал, тут финиш у них, нет? Так, а что у нас по зоне? Еще можно погоняться так-то, да? К вам поехал. Подожди, я что-то не понял. Тут финиш произошел или что? Это финиш в итоге был или что? Там чувак один пропал, другой. Я просто, ну, пытаюсь понять. Я хочу погоняться, я хочу в пунтик. Конечно, блять. А, понял, он там появился, да? Через клем. Бля, я не боюсь реально. Ну, типа, проиграю, зато эта катка намного лучше, блядь, того, что происходило в предыдущей серии. Это однозначно. Так, подожди, зона, непонятно. Так, ага, у них гонка началась. Понял, блять. РС-200, да? А, нет, Центенарио, что ли? Подожди, что там? Этот на Трейлкэте, этот на Центенарио, понял. Так, подожди, о-о-о-о, стой, иди сюда. Трейлкэт. Бля, надеюсь, да, правильно еду, финиш в одной стороне у всех. Ебать, повезло, я просто допёр до этого. Я просто до этого допёр, что раз все едут в ту сторону, значит и у нас с пацанчиком будет гонка тоже в той стороне. Финиш, тихо. Это могло плохо закончиться, но сегодня я говорю, какая-то потусторонняя сила, это необъяснимо, пацаны. Просто во всех гонках я по факту должен был, ну, мог въебать, по крайней мере. Пиздец, ты прикинь. Все-таки, все, выкурил. Ох ты, блядь, Марселага. Жужжит, блядь. Так, Фунтик, ты должен. Просто сейчас, чтоб я поверил точно в магию, Фунтик. Нет, я отказываюсь. Поедем? Поедем, нет?
Блядь, Сантанарио, мне кажется, есть шанс наказать, нет? А ну отдай! А ну... Отдай! Мы, скорее всего, не успеем, но похуй. Блять, я-то жму нахуй. Блять! Я должен сшибаемое. Блять. Успею, нет? Фунтик, иди ко мне. Ты мой. Малыш, ты мне принадлежишь. А финиш-то на мосту. Это дикая катка. Это дикая катка, пацаны. Это та катка, которая должна была быть после того... Родной мой. Мой хороший. Мой любимый. Мое солнышко. Блять, обожаю, просто обожаю. Так, три, да, всего трое, блять. Три пацана. Так, подожди, ну сужайся уже, все, я не вижу смысла, как бы. Ну, типа, она сейчас через сколько? А, ну все, блять, все, уже не финальной гонки, уже финальная гонка будет. Нас осталось трое, я не знаю, на чем там пацаны. Так, то есть получается, ну надо стоять здесь, да, и как бы хуячить потом вперед, потому что либо налево, либо направо куда-то вот. Ну я думаю, что финиш будет туда вот. Правее, скорее всего. Так, единственное, есть нюанс. Ну-ка, подожди, а если все-таки через мост... А там похуй, да, в принципе? Я думаю, что у меня есть шансы. Так, там чувак еще в зону только заезжает. Но я думаю, что он не поедет в гонку. Да даже если он поедет, мне предложат, как бы, тут без разницы. Так, ну смотри, у него тактика-то, бля, рабочая. Он под мостом спрятался. Ну давай, выезжай, ты уверен? Смотри. Тут стоит слева. Но, вам не видно по карте? Ну, короче, вот тут... А что? Он забрал эту тачку? Подожди, чего? Он забрал тачку пятого уровня? Я не вижу его. Нет, у него это Феррари, блядь. А чё она исчезла? Просто исчезла, получается? Так, ладно. Это пиздец, интересно сейчас будет. Феррари? Но у него шансы как бы так себе, мягко говоря. У него шансы так себе. Я думаю, что финиш будет вот так вот, куда я сейчас смотрю, вот ту сторону. Хотя, может быть, все. Может быть, все. Фунтик, блядь, ты не имеешь права. Все разы, кроме одного, когда я сам тебя подвел. Ну, почти. Чуть-чуть левее оказалось. Так. Фу, блядь. Ничего не вижу, блядь. Ёбаные надписи, они меня реально бесят, нахуй. Они меня реально раздражают, эти ёбаные надписи. Так, там Феррари застряла в городе. Феррари застряла в городе. Я поеду пока по навигатору. Бля, чувак едет там параллельно справа. Я второй, написано, бля, нихуя себе. А почему? А, блядь, гору справа объезжать надо. Ёбаный в рот. Блядь. Чё, штурманём её? Я первый, типа. Чё, штурманём, да? Бля, главное не уебаться никуда. Бля, Фунтик, я в тебя верю, нахуй. Ты лучший. Фунтик, ты слышишь меня? Ты лучший. Никого не слушай, блядь. Ты лучшее, что создало человечество, я тебе отвечаю. Фунтик, мы должны с тобой это сделать. Мы с тобой должны это сделать, Фунтик. Фунтик, мы не должны сейчас никакой камень найти, мы должны просто хуячить. Тебе же похуй, где ехать, тебе совершенно до пизды. Давай чуть справа объедем, потом заберемся на эту горку. Красавчик, давай, малыш, давай. Давай, мой хороший, давай. Давай, ты лучший, блядь, только не... Хорош, проехали. Так, тут проехали, так, ну тут ладно, я не обижусь, мы дерево найдем, это уже будет моя вина. Да, вот и дерево, собственно говоря. Ладно, давай. Он заберется, ему похуй. Он заберется, блядь. Именно для этого я тебя и брал, малыш. Давай. Вообще похуй. Он ускоряется, блядь, в эту гору. Ты посмотри, что он делает. Это не с нашей планеты тачка. Это не с нашей планеты тачка. Ей вообще похуй, где карабкаться. Ты понимаешь? Ты понимаешь, что это лучшее, что вообще существует? Фунтик! One love! Фунтик! One love! Фунтик! One love! Фунтик Моторспорт! Навсегда лучший! Блять, это охуенно просто! Это как в фильме, блять. Ребят, мы, во-первых, мы сейчас убедились, что воскресенье это наш день. Во-вторых, мы сейчас убедились, что покупка Фунтика зарешала. В-третьих, какая-то реально потусторонняя, блять, сила мне сегодня помогала. Я думаю, что как раз-таки фунтиковская. Как это вообще получилось, что в конце я у чувака еще тачку отжал, именно Фунтик? Пиздец. Сейчас, если бы еще со стелементом выпало Forza ID, я бы вообще охуел. Да, я говорю, сегодня какие-то проблемы с серваками, но, в принципе, все нормально отыграно было. Бля, ребят, Фунтик это лучшее вообще, это пиздец. Я надеюсь, друзья, вы поддержите эту серию лайком, она реально получилась просто топчик, как по мне. В отличие от предыдущей, где я просто потратил кучу нервов.
Бля, я надеюсь, что это везение будет продолжаться как можно дальше. Как можно дольше, точнее, как можно дальше. Друзья, огромное спасибо всем за просмотр. Оценивайте видосик, подписывайтесь на канал Супервей, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья.